Всем привет! Это агентство хороших новостей. Пока часть мира скупает биткоины, кто-то верит, что лучшая инвестиция – это гардероб звезд. Наш первый сюжет это подтверждает. В 2007 году Эми Уайнхаус выступила на фестивале Гластонбери в Англии, после чего ее прозвали звездой мусорного гламура. Но теперь многое изменилось. На аукционе в Лос-Анджелесе платье, в котором она отыграла свой самый последний концерт, продали за $243,200, то есть почти за 17 миллионов рублей. Ровно месяц спустя выступления в нем в Сербии 27-летняя Эми ушла из жизни. Люди очень любят вещи с историей. Тот концерт в 2011-м считается провальным. Зрители освистали певицу почти сразу. Эми забывала слова своих песен и в целом вела себя странно. И только 10 лет спустя семья решилась выставить на аукцион 800 личных вещей нуар-дивы, за которые выручили $4 миллиона. Она была такой хрупкой. Некоторые платья, представленные здесь, нулевого размера. И при этом каждая из них сыграла свою роль в жизни Эми. Ностальгия — это то, зачем люди приходят на аукционы. А вот навигаторы по улицам российских городов недавно ввели людей в ступор. На онлайн-картах мегаполисов внезапно появились десятки школ имени Моргенштерна. Школа под названием «Дед инсайдов» и не только. Таковы новые развлечения тиктокеров, которые меняют название в онлайн-картах. Но на этом сюрпризы из соцсетей не заканчиваются. Привет! Наша команда отключает количество дизлайков под видео ради психологического спокойствия его автора. А вот хейтеры в комментах с этим не согласились. Ведь, например, даже под это видео звуков природы они поставили 11 тысяч дизлайков. Поэтому и этот ролик с анонсом за сутки собрал 44 тысячи пальцев вниз и лишь 9 тысяч лайков. Кроме того, лишат нас и удовольствия бесконечного скроллинга ленты Инстаграм. С декабря запустится функция, которая настроит напоминание о тайм-ауте каждые 10, 20 или 30 минут. Мы размышляем над тем, как предоставить людям возможности рационально распоряжаться своим временем. В общем, мир соцсетей — это среда порой абсолютно непредсказуемая. И на этом все. До встречи на телеканале Бридж ТВ. Всем пока!